Ты не путай, меч с мечом, чай с мочой, кать с кончой, слив слива и сливу с алычой. Короче, немного по хендмейду решил ворваться. Вот так сочно. Бля, а там подсветки нахуй холмы идут, бля. Бля, мне эта тачка мешает. Денем обунку, надо поцелуем, да? Да. Ну, мам, тебе кэрочки. Сегодня не в сапогах, да? Да. Как все домой залетел. Это ништяк! Это чисто черемша. Хорошо, что это не одна шаса. Смотри, сколько ее.
Какого тебе ветра не суку, люсканы, пипетку, блядь. Да. Я тебя попросил меня не снимать, снимай что угодно. Скажи почему. Просто я не хочу. Ну скажи на камеру почему. Камеру вырубай, блядь.
Здрасте. Здрасте.
Не, да я вот сегодня выпью два этих тоника и колу и пойду красить. Меня так вставили, я буду так с пробуксовкой. Смотри, горный чай 50 рублей. Не хотите? А ты там не взял пак? Я не нашел его. Блин, мы 30-ку слили, могли бы купить чай горный. Здрасте. Здравствуйте. Пирожки, чай. Че возьмем, чай? Есть молочок? У меня есть полтос точно. Сейчас. А можно на видео подснять? Клево у вас. Чисто горный чаёк, да? Да, прикольно. А, у нас же шоколад есть какой-то. Охуенно. Ну чё, вообще скажи свои впечатления об этом месте. Охуенно. Это пока что лучшая поездка. Это лучше, да, чем Каверзинский намного? Не, Каверзинский там свой по-своему, да? Типа, да. Но здесь, ну, здесь и... волшебно, да, такая? Для глаз просто оргазм, блядь. Вообще, мне тоже. Это одно из моих любимых мест. По 240. Главное, чтобы не заболели. Разгоряченные стали. Thank you.
ними есть пастух? О, no, она на меня идет. Где? Держи хлебушек. Слушай, ну сними, я на нее сяду и поеду. Воду буду пить. Сейчас все будет, старый. Я тут пока печку делаю просто.